Добрый день, дамы и господа, уважаемые любители и профессионалы дзюдо. И сегодня я приветствую вас на YouTube-канале «Планета дзюдо». Я Роман Карась. И сегодня в нашей теме «Как из борцовского чучела» вот такого тренажера для борцов сделать хороший тренажер для дзюдоистов. То есть сделать манекен дзюдо. Как вы видите, такие манекены производятся, у них нету кимоно, а для дзюдоистов очень важно, отрабатывая различные приемы, брать захваты. Здесь это делать невозможно, вот с таким чучелом это делать невозможно. Не, возможно, конечно, брать захват вот таким образом и выполнять приемы, но ощущение кимоно отсутствует. Поэтому в основном вот такие чучела используются для борцов, греко-римская, вольная борьба, или для отработки приемов в виде там через грудь броска или каких-то для физических упражнений, да, развития силы. Вот. Но сейчас я покажу, как из этого классного манекена борцовского сделать хорошего помощника для дзюдоистов. Итак, покажу, что получится у нас. Вот такой вот. Видите, я уже на одного дзюдоиста надел, на один манекен, точнее, надел кимоно, видите. Вот. Совсем другие ощущения. Уже можно брать захват, отворот, рукава, пояс, сзади, спереди. И тренировку, качество тренировки улучшается. Итак, сначала покажу, как одеть кимоно, потому что не так просто одевается кимоно. Уберу немножко нашего товарища в сторону одного. Итак, вот берете одно старое кимоно какое-нибудь. Желательно, чтобы оно было, ну, такое большое, не маленькое. И как одеваем? Одеваем через руки. Давайте показываю и смотрим. Процесс, конечно, не совсем легкий. Все зависит от размера кимоно. То есть чем кимоно больше, тем легче одеть. Но все-таки одеть можно. Итак, вот так мы накидываем. Первое, что мы делаем, это просовываем руки. Одну руку, вторую руку. Вот, как следует продели две руки. И видите, вот у него уже его ручки здесь. Дальше немножко сложнее. Теперь надо вот эту часть, воротник, который будет находиться на шее, да, одеть ему на голову. Здесь потребуется немножко физической силы. Не знаю, справлюсь ли я, но увидите сейчас. Так. Я встал к вам спиной. Да, вот так. Сейчас. Манекен, он гнется, поэтому не бойтесь его немножко вот так помять. Ничего с ним, в принципе, не будет. И вот таким образом натягиваем ему это все на голову. Еще немножко. О! Итак, ну, немножко потрудились, не так долго. Но наш парень одет кимоно. Смотрите, совсем другой человек, да? Итак. Одели. Что не хватает? Пояс. Пояс — это гораздо легче. Так, завязываем пояс. Вот. Желательно черный пояс.
ну, мотивация, да, чтобы идти вперед, расти. То, что желтый пояс одел, как-то не замотивировано. А так уже все, мы идем с ним в ногу. Итак, вот мы сделали с вами из борцовского манекена манекен для дзюдо. Захваты за два рукава, пожалуйста. За отворот, пожалуйста. За пояс, пожалуйста. Спереди, пожалуйста. То есть уже качество нашей тренировки увеличивается в разы. Крепкость захвата. Все приемы, которые можно выполнять, да, мы можем уже как следует делать. Вот. Я вам показал, как можно из борцовского чучела сделать чучело для дзюдо. Вы смотрели «Планету дзюдо». С вами был Роман Карасев. Занимайтесь дзюдо.